Мы все в ответе за свою страну. В горисполкоме прошла встреча делегатов Всебелорусского народного собрания. Бобруйск будет представлять команда из 10 человек во главе с руководством города Игорем Киселем и Ириной Рынейской. Очень отрадно, что делегаты от города Бобруйска – это представители разных возрастов, разных профессий. Но самое главное, что это люди, которые думают в одном направлении. Это команда, которая понимает свою роль, свою ответственность, свое место и значение в работе Всебелорусского народного собрания. Мы сегодня получили ответы на вопросы, с какими мыслями наши делегаты едут для участия в этом масштабном форуме. В список тех, кто будет принимать решения от имени Народного Веча, вошли представители различных сфер деятельности. Среди них и Роман Курмас, ведущий механик фанерного завода «Фандока». Впечатление самое положительное. Мы познакомились, попытались провести нашу беседу в несколько такой камерной обстановке. Каждый рассказал немного о себе, свое видение предстоящей работе. О портрете делегата ВНС сейчас говорят много. Он должен уметь взаимодействовать с людьми, иметь опыт работы в гражданском обществе, а главное – быть патриотом своей страны. Дмитрий Мозель – достойный пример простого человека, имеющего свой взгляд на жизнь и готового работать на благо белорусов. Для себя выделил три аспекта. Первый аспект – это молодежная политика, предприятий и в целом в стране. Второй – это выделим наши глубинки, деревушки наши. И третий аспект – это образовательная политика, ну, в большинстве относящаяся к нашим детям. Так как являюсь молодым отцом, воспитываю сына, который ходит в первый класс. 24-25 апреля делегатам 7-го Всебелорусского народного собрания предстоит большая работа. Форма, конечно, не новая, но впервые ВНС предстанет в ином статусе. По обновленной конституции теперь это высший представительный орган народовластия в стране. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360.